Вот, я еще раз поздравляю вас и благодарю вас о том, что вы сюда, значит, пришли. Огромное спасибо. Значит, мы должны теперь принять какое-то решение. Конгресса международной спортивной организации Всемирная лига чемпионов по футболу. Равные возможности. ВЛЧ. Город Москва. 28 декабря 2018 года. Заслужив и обсудив представление на заседании, доклады и сообщения участников организации спортивно-методической работы ВЛЧ «Равные возможности» 2019 года, Конгресс постановил принять к сведению информацию первого вице-президента ВЛЧ «Равные возможности» Петра Георгиева, Болгарии, о регистрации международной спортивной организации Всемирная лига чемпионов по футболу «Равные возможности» по юридическому адресу Болгария, область Бургас, город Созополь, улица Стара Плайна, дом 1, пункт 2. Одобрить, утвердить программу деятельности ВЛЧ «Равные возможности» до 2024 года по всем предложениям направления, в том числе по разработке проектов и строительства универсальных сборно-разборных спортивных площадок типа «Равные возможности» 3x3 и спортивных комплексов их, на их основе. За постановление прошу проголосовать. Спасибо, принято единогласно. Теперь у меня есть дополнение одно, которое я хочу озвучить руководителю. Разговор о том, что нам выбрать новый состав. Но мы потом посоветовали здесь и решили сейчас, может быть, воздержаться от этого, разработать на втором президент, Бочкова Ирина Борисовна, она просто болеет, вице-президент, она ответственна за дизайн и строительство стадиона. Именно она архитектор по образованию, и этот вопрос ее, другого нет. Фомин Виктор Константинович, вице-президент. Он связь с международными организациями, в первую очередь ФИФА, УЕФА, в первую очередь, и к нему идет, значит, на совместную деятельность ДРАГОН, да, с которым вы работаете в этом направлении. Далее, Киянский генеральный секретарь. Значит, это вот тот самое, так сказать, бюро, как бы, президиума, и исполнительным комитет входит Григор, организация международных соревнований, помогает Петру. Петр, как первый вице-президент, отвечает за реализацию спортивных программ. Вот реализация спортивных программ, он несет ее, так сказать, на своих плечах, и ему в помощь Григор, и он может еще кого-то иметь, и те как раз наши руководители, которые отвечают за конкретный вид футбола. Скажем, Николай Николаевич по слепым, Олег Валерьянович по, значит, глухим, потому что все вопросы, связанные с проведением соревнований по каждому из направлений, естественно, Петр должен согласовывать с вами, и вы организовываете ему все, так сказать, линии и так далее. И к ним же подключается, естественно, Евгений Лобачев, который участвует практически во всех соревнованиях, поскольку он может и с глухими участвовать, и со слепыми, и с теми, и с другими, с третьими, десятыми. Значит, все, знаете, вот ответственные и люди, которые здесь находятся. Далее, значит, у нас Заболотный возглавляет на сегодняшний день, вы избран, значит, судейский комитет, и к нему Валерий Иванович подключается по своему направлению. Вы будете начальный, так сказать, базу для судейского будущего комитета серьезного. Сюда подключается тот же Лобачев Евгений, потому что у него в судействе свои есть какие-то приоритеты, да, и, значит, это будет тогда. Далее уже у нас идут береговой, это все категории футболистов, да, естественно, заняты здесь только две категории, это футбол слепых и глухих. Но там у нас еще танцы стояли, все на сегодняшний день вакантные места, мы должны проработать, чтобы уже выбрать один раз, да, на втором конгрессе, где будет специально поставлен вопрос, где мы будем, так сказать, рассматривать уже детально каждого человека, который помимо этого тоже будет помогать в организации этого всего, поскольку УЕФА это все международное дело, естественно, да, но когда сами соревнования, значит, люди должны знать,
значит, чья это еще работа. Далее. Здесь музыка играет, нам этот бит дает понять. Вера в нас не угасает, мы готовы бой принять. Даже если очень трудно, даже если нету сил. Новый день, новое утро, для того, чтобы ты жил. Мы не какие-то другие, нам нет ограничений. Рядом близкие, родные, вместе по течению. Огонь у нас в глазах, сил дает еще шагнуть. И птица счастья в небесах нам указывает путь. Почувствуй силу слова, принимай нашу энергию. Кричим тебе мы снова, давай попытку первую. Не отступай и не сдавайся, бороться до конца. Надо только улыбаться, есть у каждого душа. Под этим синим небом и под этим ярким солнцем, с попутным теплым ветром и добрым своим сердцем. Вам готовы доказать, нас так просто не сломать. Будем верить и любить, радоваться, продолжать. Мир открой, просто будь собой. Мы, если что, с тобой. Просто пой душой, этот огонь в глазах нам освещает путь. Далее, следующий информационный, значит, комитет, информационный комитет, в который входит, пока здесь присутствующие два человека, и мы хотим еще предложить третьего, да? Два, это Титова Татьяна и Алексеенко Николай, вот. И хотел бы вас пригласить на нашу вот такую вот работу, как представителя прессы, так сказать, такого масштаба, более такого масштаба. Если вы не возражаете, значит, мы специально пригласили вас, чтобы послушали, посмотрели, что у нас, какие у нас перспективы, возможности, желания и так далее, потому что ваша помощь была бы очень такой неоценимой. Вперед на паруса, нам надо жить вдохнуть. Постепенно, шаг за шагом, ближе к своей цели. Расправим наши крылья, за счастьем полетели. Мы правим этим балом, сдавать позиции не будем. Наша стойкость духа, мы сильные по жизни люди. Посмотри, как мир вокруг сияет в ярких красках. Надо лишь поверить, чудеса не только в сказках. Ведь намного легче жить в позитивном мире. Всегда иди навстречу, душу открывай пошире. Не стесняйся и стремись, активнее надо в жизни. Если грустно, улыбнись, выкини дурные мысли. Лови свою удачу, ее держи, не отпускай. Если упал, то значит поднимайся, заново вставай. Просто посмотри на нас, посмотри в наши глаза. Увидишь теплоты, запас, там у нас всегда искра. Заполняем атмосферу, заряжаем, чтобы жить. Своим словом и по делу, не даем вере остыть. Мир открой. Просто будь собой, мы, если что, с тобой. Ты просто пой душой, этот огонь в глазах нам освещает путь. Вперед на парусах, нам надо жизнь вдохнуть. Нам надо жизнь вдохнуть. Мы только что закончили работу первого рабочего конгресса международной организации, которая была зарегистрирована 8 ноября этого года. Вот, очень долго готовилась эта процедура. И сегодня мы с гордостью можем сказать, что такая организация создана. Она провела свой же первый рабочий конгресс, приняла ряд решений дальнейшей нашей работы. И называется она Всемирная Лига Чемпионов, равные возможности по футболу среди клубных команд, равные возможности. Значит, это, если говорить о том, что такое равные возможности в футболе, значит, я думаю, что вспомним, давайте, советский девиз: папа, мама, я, спортивная семья, или футбольная семья, друг по друга, я, спортивные, футбольные друзья. То есть вот для того, чтобы мальчику какому-то состоятельному, в любом месте города, в любом месте страны захотеть играть в футбол, сегодня имеется очень много препятствий, да? И в первую очередь нет тех возможностей, которые бы ему позволили этим заниматься. Мы хотим такие возможности создать, потому что именно эти ребята являются той основой, которая в дальнейшем приведет тех людей, которых мы даже знать не знаем, да,
на вершины спортивного мастерства. Мальчик может оказаться в какой-то глухой деревне, в которой мы сможем проводить такие мероприятия, равные возможности. Он может оказаться футбольной звездой первой величины и защищать честь нашей страны, по крайней мере, на самых крупных соревнованиях современности. Поэтому сегодня много построено стадионов, огромное количество построено площадок, особенно в Москве, особенно в больших крупных городах. Но эти площадки очень плохо функционируют. Ну, коэффициент полезных действий 2, 3, 5, 10 максимум процентов. На самом деле, наши площадки, тот подход, о котором мы говорим, должны дать на порядок больше количества занимающихся, но необходимо выполнять определенные условия. А какие они? Это, во-первых, у каждого такого стадиона, мини-футбольного стадиона, стадиона так называемого дворового или паркового, или учебного заведения, там должны быть хотя бы 2-3 штатных работника, которые должны и организовывать, и осуществлять медицинскую помощь, или какая-то медицинская, контролировать, создавать различные группы здоровья и так далее. То есть это организационно должна быть большая работа. Если мы построим театр без труппы, да, то театр разрушится и умрет. Да? Почему спортивные площадки, стадионы должны находиться на каких-то общественных началах? Нет. К сожалению, жизнь подсказывает о том, что сегодня это новая цивилизация, требующая от двора уже цивилизованного, цивилизованной возможности проведения любых спортивных мероприятий для людей, которые живут рядом, которым не нужно ехать куда-то на трех автобусах, троллейбусах, метро и так далее, которые вышли во двор, поиграли, наигрались, пришли домой, приняли душ и получили моральное, физическое большое удовольствие. Вот это наша главная цель в нашей стране, да не только в нашей стране. Такого сегодня нет процесса. И поэтому мы очень долго думали, полтора года работали над программами и изучали всевозможные, так сказать, и мы не видим сегодня практически противо каких-то вещей такого, которые бы, так сказать, могли препятствовать созданию такого великолепного проекта. Спасибо. Мы провели первый официальный конгресс Всемирного Лиги Чемпионов среди клубных команд «Равные возможности». Уже мы официально зарегистрированы. Все гости конгресса приняли положительные эмоции нашей регистрации и наши действия впереди. И будем работать дальше. Спасибо вам.